Ой, как хорошо, а? Ребята, сегодня знаете, где я свое утро встречаю? В невероятно красивом месте, атмосфера которого прям вот мне по духу, понимаете? И знаете, что это? Это настоящая, огромная ферма! Ну и сопровождать нас сегодня будет Алексей. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, как уже начинается утро на ферме? Приходим, кормим. Угу. Еще что? Управляемся, осматриваемся. Скотину. Ну а сейчас, друзья, будет самый интересный процесс. Это процесс кормления маралов. Алексей, вот расскажите, пожалуйста, об этом подробнее, как вообще это все происходит. Да как обычно, как с обычной скотиной. КРС также. Обычно заходим утром, овес раздаем, сено уже есть там, кому надо, поддадим. Смотрите, ребят, у машины есть вот такое оборудование, называется шнек. Да, вроде правильно сказал. Вот оттуда, видите, посмотри, Женя, покажи, вот они начинают кушать. Пойдемте поближе посмотрим. Обалдеть! Блин, если честно, немножко страшновато, конечно, потому что они так смотрят на тебя, типа, чё, давай, подойди сюда, давай, чё, это моя еда, давай, иди сюда, давай. И ты такой, как бы, не-не-не, приятного аппетита, как бы, всё нормально. Подойдёшь, нет, ко мне? Или убежишь от меня? Нет, не хочет. А сейчас мы придем к совсем еще юным маралам. Тоже так сильно хотела их погладить, но говорят, что они еще больше пугаются, чем взрослые. Поэтому, видимо, не судьба мне сегодня к ним притронуться. Я вот заметила, когда мы кормили сейчас их, что у молодых маралов рога есть, а у взрослых уже нет. Они как-то их отбрасывают. Или что, расскажите об этом подробнее? У взрослых-то мы спилили уже. С мая месяца началось. А сайки, они молодые, не пилим, потому что первые рожки зачем? Они сбросят на следующий год, в апреле. А, только через год, да, получается? Ну, вот в апреле, вот. А сейчас хочу вас познакомить с удивительным созданием, которого зовут Яшка. Жень, покажи поближе. Ну а сейчас мы пришли в ветровую. Здесь у нас, как видите, правильно, рога или панты вы говорили? Панты. Ага, вот расскажите подробнее об этом месте. Что здесь происходит вообще? Ну, сушка начинает продукции пантов. Нормально. Что это? После жаровни, как мы заходили в баню, что сюда заносим. А сколько по времени сушатся они? Ну, первые там 3 дня подряд жарко. Ну, сначала варка, 2 варки проводим, потом жарко. Вот на 4 дня отдыхают, потом еще жарко, потом вот так 6-7 этапов. Ребята, все же смотрели мультик «Бэмби». Сейчас мы увидим как раз-таки вот этого самого вид оленя, который был в мультфильме. Они такие хорошенькие, вы не представляете! Алексей, ну и главный вопрос, который мы задаем всем, кому приезжаем, за что вы любите Тюменскую область? Как я же здесь родился, я здесь живу. Это родное место. Да, и никуда не собираюсь. И всю жизнь бы здесь так и прожили. Так я так и буду всю жизнь здесь жить. Ты видите, место, из-за которого не хочется уезжать. Тюменская область, я тебя люблю.